Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а сегодня мы возвращаемся в Ark Survival Evolved. У многих, я заметил, людей, ну вообще, есть вопросы, к примеру, такие: как же можно потренировать PvP в арке, куда надо идти, и все в таком духе, потому что в арке, когда ты фармишь на оружие, на вот это вот все прочее, и это просто, например, без своего наигранного скилла сливаешь, это уже плохо. Где же можно потренировать ту же самую стрельбу, то же самое свое поведение в PvP? Сегодня мы это рассмотрим, поэтому всем приятного просмотра. Ну что ж, вот мы и в арке. Мне бы хотелось начать именно с двух серверов. Да, вы не поверите, но в арке есть сервера с PvP-аренами, кто не знал. Я сам об этом узнал совершенно давненько, но я все пытался найти, типа, не показалось ли мне то, что они реально есть, и я их нашел, вот. Короче, у меня в избранных есть такой сервер, как MTS Arc Arena Deathmatch, Arcade Deathmatch. Здесь в аркаде у нас сейчас 7 человек, в МТСе у нас 51. Это специальные сервера, где вы можете отточить свое PvP. Вот. Но я вас предупреждаю сразу, то что в арке никакого нормального PvP нет. Там ужасно проработана стрельба и само движение. Например, челик вкачает себе 200% скорости, ты в него хер попадешь. Вот реально. Поэтому просто тренируйтесь стрелять по рандому и как-то попадать. Я не знаю, какой дать вам совет, потому что вы то попадете в противника, по нему урон не пройдет, то попадете, урон пройдет, ну, а он двигается как ебанутый, поэтому к этому вам надо будет привыкать. Конечно, на серверах не киберспортсмены иногда попадаются, но все же имейте в виду то, что на МТС и Арк в дефматче попадаются необычные игроки, которые реально уже фигачат в эту игру очень давно, поэтому имейте в виду. Вот. А что еще самое главное, если не хотите, чтобы ваши ушки болели от всяких школьников на этом сервере, громкость голоса выкручивайте на минимум, и все будет у вас нормально. Так, ну что ж, ладно, не буду больше галдеть, айпишки этих серверов я оставлю в описании, чтобы вы зашли. А сейчас еще краткий гайд вам покажу, как добавить эти сервера. Итак, что же вам, собственно, нужно, чтобы добавить сервера в арке по айпишке? Вам надо зайти в вид серверы. Вот. И в серверах есть вот такая волшебная кнопочка, видите, добавить сервер. Добавляете сервер по IP-шке, добавить в избранное жмете, и он у вас появляется. Вот, собственно, наш аркады и что-то МТС-а не вижу. Странно. Короче, вот наша аркада, ее вот видно. Может быть, МТС... Куда МТС-то делся? Хер знает. Короче, вот у нас тут видно хотя бы аркаду, вот. И вы вот обновляете список серверов, к примеру, и у вас уже все, что вам нужно, появляется, вот. Так, ну что ж, заходим. МТС Арк. Вам надо будет скачать, ну, при подключении к этому серверу сам скачается мод на Арк Арену. И, в принципе, будет супер. Я вам сейчас покажу, что там вообще есть. Конечно же, я могу сейчас слиться. Еще что-то со мной такое может случиться. Потому что я давно не заходил в арк. А стрельба в арке, ну, реально просто ужасно. Поэтому не обязуйте, я не прям такой уж киберспортсмен, я просто, ну, любитель, можно сказать. Хочу вам просто показать, куда вам можно пойти, если вы не уверены в своих навыках. Кстати, карта настолько проработана, то что в ней почти нет реальных текстур,
которых можно собирать и так далее, что не напрягает ваш игровой процесс во время PvP. Меня, кстати, забыли, кажись, да? Да, кажись, это... Вайп, что ли, был? Ну, давай наберем Иосиф. А, нет, стоп. А можно назад? Есть, есть. Просто дичь какая-то. Я есть. Так. Смотрите. Вот по поводу инструкции дев-матча МТС. Здесь... репликатор. В этом репликаторе вы можете за осколки покупать всякое принтовое оружие. Оружие, броня, боеприпасы, съедобное тут всякое. Потом что еще? Китс всякий. Понимаю. Так, ну вот, короче, все чиби. Ну, чибиков тут всяких покупать можете, но не суть. Короче, разберетесь. Здесь что? Здесь вы, если кого-то затащили, кого-то убили, вот сюда заходите, можете положить принты, которые с него были. Они вам пригодятся в будущем. Ну, если вы боитесь их просрать, конечно, и не уверены в своих силах. У меня, в принципе, вон много всякого говна накидано, поэтому я что делаю? Я одеваю бронь. Все это... Нахера мне столько чибиков, боже, нахера? Откуда они все? Это ж пиздец. Ладно, это все я выкинул, извиняюсь, что засрал вам. Они сейчас будут сидеть и смотреть, что я там накидал. Так, ладно. Перед стартом не забывайте перезарядить оружие. Не забывайте перезарядить помповое ружье. А, да, вам еще надо будет в удобные слоты это все поставить. А это у меня сейчас все в слотах, а так-то не будет. Так, ну, собственно, можно начинать. Ацепт. И вот смотрите, здесь есть птера. Я не знаю, почему так называется, хер знает. Но здесь, короче, ты дерешься один на один на птеранодонах. Есть мекворс, на мекворсе я не был. Тим деф матч, командный бой. Лава, голем, арена. 2 на 2 плей, 1 на 1 плей, 1 на 1 ранкет, 2 на 2 ранкет. Так, ну, я предлагаю нам сходить на 1 на 1 плей. Вот так вот нажимаем. И сейчас как повезет, короче. Предупреждаю сразу, я пока это... наверное, не затащу. Вот, нажимаете принять. И готовьтесь. Надо быть резким, дерзким, короче. Вот у вас сейчас старт. И вы погнали. Так, и где он? Опа. Вот смотрите. Опа, я попал. Так, хилку выпил. Опа. Ебать. Победил. Так, лутаем его всего. И уходим. Хм, прикольчик. Прикольчик. Я не думал, то, что серия начнется так хорошо. Так, ну, смотрите, я могу это все. Ну, у него что? У него стандартная херня была, в принципе. Что у меня по броне, кстати? Броня уже это. Надо перчаточки поменять. А это все я вожу. Это все я ложу. Так, все, положили. Еще один на один идем.
Вот так вот и тренируется вот ваше ПВП в арке. Есть вот амбиты, которые пытаются в тебя попасть с винтовки штурмовой, и у них это получается. Кстати, вот видите, видите, что он делает? Вот у него, небось, хорошая прокачанная была винтовка. Но ничего страшного. У нас вот, видите, все по новой выдают, поэтому погнали. Можно сразу вот так вот идти. Поднимать. Сюда зашел, перезарядился. Пока дается таймер. И погнал. Опять он. Не, ну это жесть. Второй раз он просирает. Но тут смотрите, как можно вообще вот научиться со штурмовой винтовки так попадать. Это ж жесть просто. Она не сделана для ближнего боя-то. Вы чё творите? Ладно, я с бочки постреляю. Так, он это со мной дистанцию снизил. Вот видите, я по нему попал, урон не прошел. Да заманал. Че он себе позволяет, а? Он слишком это. Вот в чем была сейчас моя ошибка? Я позволил ему снизить дистанцию. Он сыграл со мной на дистанции. И он позволил снизить дистанцию, и все. Поэтому он и победил. Так, сейчас у нас кто? Опять он будет? Или кто-то новый? Ты дистанцию-то не снижай, слышишь, что? Я вот говорю сразу, хрен попадешь. Тут просто вот рандом. Вот видите, я аж попал. Да слышь, что ты от меня-то уйди. Соседи. Жесть. Вот видите, как оно охеренно работает, я бы даже сказал. Вот сколько он мне всадил, сколько я ему, не прошло. Поэтому вот имейте в виду, на что вы идете, когда заходите в игру. Да ёбаный рот, все пизда. Сейчас будет пытаться, да. Ну я ничего так продержался, тянул как мог. Дико извиняюсь за долбанутых соседей.
если вам их слышно, конечно. Ладно, тогда показываю последний раз один на один, дальше зайдете, там командные бои и все. Так, ну чё он? Чел. Чел. Опа. Блять. Охуеть. Да почему? Я, блядь, не он в меня попасть не может, пиздец. Да пиздец, алё. На, нахуй. Ну вот почему? Почему? Это он так угорает? Пиздец. Я сам не понимаю, как я в него иногда попадаю, если честно. Вот почему? Ты со мной-то так дистанцию-то не сокращай, слышишь, что? Ой, бля. Плохо делаю. Решающее. Бля. Да! Ебать. Победили. Фух, бля, ебапотно. Можно и теперь его как трофей сложить сюда. Ебать, ой, чё он бухал-то. Так. Трофейный чел. Ладно, дорогие друзья. С вами был Тутем Паут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Теперь вы знаете, где вы можете потренироваться в арке. Желаю всем удачи, всем до скорых встреч и всем пока.